Караганда, Майкудук. Это улица Кузембаева. А вот тут вот проход и должен быть улица Энгельса. Пока нет маркировки. Ромашка, детский сад, да? Маркировка идет Кузембаева, 69. Все еще Кузембаева. 67А. 69А. А вот Энгельса. Улица Энгельса, 35А. Это получается конец улицы. Улица, она такая же, как Столичная, как Клары Цеткин. Вот такая, вокруг квадрата обходит. А внутри квадрата, скорее всего, вот этот детский сад и находится. Ромашка. Ну вот я пришел пешком с 12 микрорайон. Через парк, через 17 микрорайон. Прохладно сегодня, и камера запотевает. Вот это улица Энгельса. Можно пойти направо, можно пойти налево. Ну, она вот такая и будет. Ладно, пойду налево. Потом все время буду поворачивать направо. В моем понимании это тупик. Просто назвали его улицей. Этот тупик из благозвучности, ну как, Фридрих Энгельс, тупик Энгельса быть, да? Он же вождь мирового пролетариата, так сказать, основоположник научного коммунизма, наряду с Карлом Марксом. Есть такой даже анекдот. Чупча приехал в Москву и с удивлением узнал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не 4 человека, а 2 человека. Еще больше он поразился, когда узнал, что Слава КПСС вообще не человек. Вот такой вот советский анекдот. Опа, и здесь проход есть. Наверное, это тоже Энгельса, да, это тоже Энгельса. Энгельса 27. Энгельса 22Б. Придется снимать эту улицу в два приема. А здесь уже Кузембаева идет. Дальше Кузембаева. Заряда. Там собаку гоняют. Буду снимать, пока не кончится заряд батареи. Заряда мало.
сидит на столбе. 23, Энгельс 23. Такой кот, такой колоритненький. Да. Привет. Так, шепотком мне что-то промяукал. Ну, типа, привет. Энгельса 19.1. Продается. Все вопросы по телефону 45-92-70. Энгельса 19. Продается. Так. Вот такая вот улица Энгельса. 11. Ну, здесь асфальта нету. Там проход, ну, фактически шанхайский можно. Ну, выходов отсюда много, поэтому я зря погорячился, назвав, что это в моем понимании тупик Энгельса 5. Просьбу я выполнил, получается. Кто-то писал. Сейчас уже не запомнишь. Имена там. Женщина, по-моему, какая-то писала. Пожалуйста, пожалуйста, снимите улицу Энгельса. Вот Энгельса 2. 1А. А, квартира 2. А, 1А вот написано. Квартира 2. Энгельса 1. Энгельса 2. А. Я знаю, что вот там тоже Энгельса. Она выход на Щерса. Вот это... Ну, вокруг квадрата вот этого. Энгельс 2. А? Квартира 2. Энгельс 2. Ну, вся вот такая. Улица вся вот такая, что вот в один прием не снимешь ее. Кругу. 4. Места. Шесть. Да, получается, там нечетное, а здесь четное. Четное. Тут и слева, и справа тут четные маркировки идут. А там была нечетная маркировка. Вот такой вот квадрат. 10 и 12. А, вход там, да. 23А.
Вот такая вот улица Энгельса. Вся вот. Неасфальтированная. Карагач такой мощненький, но обрезанный уже. Хуже эти собаки. 24. Слово еще сохранилось. Ну, придется там еще вон тот кусок отдельно снять. Вот такая вот улица Энгельса. Так, снова возвращаемся к территории детского сада Армашка. Здесь уже 34 ночевка. Как ни странно, хватило, хотя показывать мало. Улица Энгельса 36. Ворота открыты. Улица 38. Ну вот отсюда я и зашел, да? Так вот по кругу обошел. Тут кусок придется снять отдельно. Который со стороны Щерс. Ну вот на этом я завершаю этот ролик. Сейчас отдельно сниму. Вот кусок.